новый сюрприз в ящике. На обочине дороги. И проехать мимо никак нельзя. Просто нельзя. И что делать, я не знаю. Малыши недалеко от приюта. Ну, где-то с полкилометра. Мальчик мало того, что весь переломанный, так у него еще и обнаружился энтерит. Ребенка оперировали, потому что выхода не было. Он смертник был дважды. Первый раз то, что машина сбила, а второй то, что он уже был заражен энтеритом, а это для таких подростков, как он, смертельно. Ребята, если Бог этому ребенку дал дважды шанс выжить, я уверена, мы с вами его третий шанс. Вы со мной согласны? Сегодня мальчику стало полегче. И он даже пытался сегодня лизать корм. Но у малыша задние лапки сильно отекшие. Из-за того, что он постоянно лежит, все же таз сломан. Но мы ждем, когда он начнет кушать. Еще день-два, и тогда начнем делать массажи. А пока под него осторожно подстилают пеленки, меняют и капают. Арчик жив только благодаря вам, всем вам неравнодушным. Он пока не пытается ни вставать, ничего, но он пытается, когда описается, перепытается переползти на другое место. Тишка любознательный, он уже голову поднимает, крутит ею. И как обычный ребенок, благодаря вам, друзья, Тишка тоже получил шанс на новую жизнь. И сейчас он потихонечку выздоравливает. И самое страшное, я надеюсь, для этого малыша уже позади. Тишка ночью сломал воротник, разлезал себе рану. Пришлось срочно отвезти его в стационар. На него одели вот такой воротник, потому что другого не было. Поищут по размеру, а если не найдут, то подрежут большой. Ну, рану разрезал не сильно, но в любом случае врач сказал оставить его дня на три еще в стационаре. Наверное, шов сильно чесался, вот он и растащил эту как-то. Даже не представляю, как он этот воротник сломал. Так что в стационаре они оба. И Арчик, и Тишка. Новости о наших детях, о выздоравливающих, мы будем вывешивать раз в неделю. И вам будет интересно узнать, как дети поправляются. И нам будет приятно рассказать вам добрые, хорошие вести. К сожалению, таких вестей у нас мало. Приют огромный. Проблем много. Холода наступили. Впереди морозы и снег. Ребята, а мы в чистом поле. И как бы мы ни старались, у нас все равно очень много недоделок. Ребята, нам очень-очень нужны доски. Нам просто до крика нужно железо. А еще, ребята, у нас на исходе корм. На исходе корм, друзья. Все всегда возвращается. И ваше добро, и ваше равнодушие. И ваша злоба, ребят, я говорю к тем, кто избивает детей, к тем, кто калечит их. Если вы не любите животных, пройдите мимо, пожалуйста, просто пройдите мимо. Но зачем же бить? Зачем калечить? Зачем ломать ребенку психику? Щенок – это ребенок. Лохматый, но ребенок. И котенок такой же. А сколько зверств и издевательств им достается? Ребята, я прошу вас, давайте творить добро. Давайте верить в добро. Давайте его дарить. Я призываю вас спасать вместе с нами. Заботиться. И основную тяжесть тянут на себе приюты, такие как мой. Потому что это физический уход за животными. За здоровыми, за истощенными, за калеченными. А вы, друзья, вы наша поддержка. И я прошу вас, поддерживайте нас чаще. Никто не виноват, что мы с вами живем в такое страшное и тяжелое время. Но мы с вами можем
его немного улучшить, позаботившись о тех, кто рядом с нами, кого мы веками приручили, а сейчас игнорируем. Ребята, кто-то из вас может не съесть шоколадку, мороженое. Ребята, пожалуйста, даже 100 рублей, даже 100 рублей, посланные вами на приют, это огромная помощь. Можно пережить холод, можно пережить снег и дождь, можно забиться в угол и как-то согреться, если скрутиться в клубочек и прижаться к другому теплому боку. Но, ребята, голод, от него не спрятаться, не скрутиться, не защититься. Ребята, голод – это бич, это страшное зло, это наше отчаяние. Голод, ребята, 21 век, а у нас голодают животные. Приют не настолько огромен в масштабах страны. Нас так много, друзья. Неужели мы с вами не сложимся и не поделимся куском хлеба? Поделитесь с нами, потому что если сейчас мы не соберем денег на корм, ребята, в январе 2 недели сумасшедшего праздничного угара, а приют останется голодным. Я прошу вас, вспомните о нас сейчас, до праздников. Поделитесь с нами, помогите нам.